Шанс получить подарки за преждевременную оплату коммунальных услуг есть у каждого. Отдыхать на даче вдвойне приятнее, когда знаешь, что не имеешь задолженностей, а счета за потребляемую теплоэнергию оплачены на месяц вперед. Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» провел акцию «На дачу без долгов». Это у нас новая акция, которую мы поощряем наших клиентов, добросовестных плательщиков. И для того, чтобы люди спокойно могли весь сезон провести на даче, мы предложили поучаствовать в этой акции, оплатить за услуги теплоснабжающей компании полностью на весь период лета. Определяли счастливых обладателей призов с помощью генератора случайных чисел. Подарки получат 20 клиентов энергокомпании. Им достанутся призы для комфортного дачного досуга и отдыха на природе, гамаки, наборы для приготовления шашлыка. 20 призов второго этапа распределяются пропорционально количеству лицевых счетов в городах присутствия организации. То есть в Самаре 8 победителей, в Тольятти 6 победителей, в Новокуйбышевске 1, в Сызрани 5 победителей. Вскоре стартует третий этап акции. Условия для участия простые – отсутствие долгов за услуги и предоплата в августе за один месяц. Мария Илчан, Сергей Баскин, «События».